В России отмечен рост иностранных инвестиций за первые 6 месяцев этого года. Об этом сообщил сегодня на заседании профильной комиссии Дмитрий Медведев. Несмотря на экономические трудности, Россия, по его словам, заинтересована в привлечении инвестиций из-за рубежа, в том числе в стратегические отрасли. В сфере сельского хозяйства, транспорта, недвижимости, в некоторых других сферах объемы прямых иностранных инвестиций продемонстрировали в первом полугодии даже определенный рост относительно соответствующего периода прошлого года, что само по себе в нынешних условиях неплохо. Инвесторы готовы вкладывать деньги в довольно широкий круг отраслей нашей экономики. И это не только традиционные сырьевые отрасли, но и транспортная инфраструктура, машиностроение, фармацевтика.